если бы мы жили в 1950-х или даже в начале 60-х, то, возможно, я не посмел бы говорить на эту тему так немного, как я собираюсь сейчас говорить. Но времена меняются, и я не знаю, хорошо ли это или худо, что то, что горячо обсуждалось среди евангельских христиан тогда, теперь, похоже, в основном принимается как само собой разумеющееся среди христиан в наше время. Частично вопрос состоит в том, что Библия говорит о регулировании рождаемости. И я уверен, что вы знаете, что много раз в истории Церкви люди обращались за поддержкой своей точки зрения к Библии по тому или иному вопросу. И это довольно удивительно. О некоторых таких случаях вы читали в книге по этике, в главе о регулировании рождаемости. Описание кое-каких из этих событий я поместил в мой конспект и в вашу рабочую тетрадь. Позиция Римской католической церкви в определении целей применения человеческой сексуальности и мотивации человека вступить в сексуальные взаимоотношения довольно удивительна. Как указано в рабочей тетради, я думаю, это есть и в главе книги, там указана официальная позиция Римской католической церкви. Какая часть официальных католиков согласна с этой позицией, это, конечно, вопрос интересный, но, по крайней мере, историческая позиция Римской католической церкви состоит в том, что цель сексуальных взаимоотношений – это зачатие детей. И римские католические богословы доказывали, что если вы желаете вступить в сексуальные взаимоотношения, то вы можете этим заниматься только в том случае, если ваша цель – это зачатие детей. И некоторые утверждали, что даже если женщина не забеременела, то такой непродуктивный секс был греховен. С другой стороны, доказывали, что если люди вступили в сексуальные взаимоотношения и женщина забеременела, тогда как беременность была нежелательна, то люди все равно совершили таким образом грех. Так что вы видите, что Римская католическая церковь имеет довольно необычное убеждение по этому вопросу. И я думаю, что это, по крайней мере, официальная доктрина Римской католической церкви, даже если она не практикуется широко официальными католиками. Я не хочу спорить по всем этим вопросам. Мы уже рассматривали эти подходы, когда говорили об эвтаназии. В этом слайде и паре последующих слайдов я хочу просто обратить ваше внимание на рост народонаселения Земли, на скорость этого роста и на то, что есть много людей, которые на основании этих данных говорят, мы должны что-то предпринять, чтобы сделать средства регулирования рождаемости и информацию о них гораздо более доступными людям. Вы знаете, что в наше время в некоторых частях света говорят, что ж, если вы хотите иметь второго ребенка и не хотите прерывать вторую беременность, то у вас будут серьезные проблемы. И люди, которые выступают по демографическим темам, не просто смотрят на статистику роста населения, но также учитывают и отчеты о сокращении природных ресурсов в мире. И нам опять говорят, что если мы не предпримем серьезных мер по ограничению потребления, то у нас будут проблемы. И частично потребление зависит от того, сколько человек живут на планете Земля. Если мы не предпримем никаких мер в этом направлении, то недалек тот день, говорят они. Возможно, это случится не при нашей жизни, но, возможно, при жизни наших детей. Природные ресурсы истощатся, и тогда человечество может даже прекратить свое существование, смотря какие ресурсы кончатся первыми. Вот почему все громче говорят, что что-то должно быть обязательно предпринято в этом направлении. Вот посмотрите, какая ожидается средняя продолжительность жизни людей в целом на Земле к 2050 году. Она удлиняется во многих странах, и
Похоже, люди будут жить намного дольше. Так что люди на Земле не только имеют много детей, но также и живут дольше. Что же делать? Может появиться мысль, по крайней мере на данный момент, что будет как-то нехорошо убивать пожилых по достижении ими определенного возраста, а можно только применять усилия в области регулирования рождаемости. Вот опять график, который я показывал вам раньше. Здесь видно, как быстро народонаселение выросло от 1 миллиарда до 2 миллиардов и так далее. И в настоящее время на Земле более 6 миллиардов людей. Бросается в глаза, что большая часть населения живет в Китае. И становится понятным, почему стратегии евангелизации говорят, что то время, когда мы направляли большую часть евангелизации на евангелизацию в западной части мира, в Западной Европе, в Северной Америке, это время уже проходит. И теперь надо смотреть, где большая часть населения Земли, где происходят демографические взрывы, где большая часть населения не слышала благой вести. Так что они предсказывают, что будущее развитие Евангельской Церкви будет в основном не в странах Запада, а в других местах. Что ж, мы не будем углубляться в эту тему. Но ясно, что все это продиктовано вышеуказанными озабоченностями. Посмотрите, здесь показан стабильный рост продолжительности жизни. И, конечно же, так как мы и говорили, когда разбирали тему эвтаназии, рост продолжительности жизни человека на 30 лет к 2050 году не означает, что эти 30 дополнительных лет жизни человек будет жить с замечательным здоровьем. Здоровье человека будет ухудшаться, но люди еще долго будут жить. Вот, я думаю, что вот эту диаграмму моя сестра нашла в интернете. И я спросил ее: «Скажи, что вот эти проценты представляют, представленные здесь на диаграмме?» И она ответила, что они отражают степень эффективности различных методов в предохранении от рождаемости или предохранении от беременности. Например, вы видите, что стерилизация мужчины или женщины или полное воздержание эффективны, конечно же, в 100 случаях, в 100%. Другие методы намного менее эффективны в предупреждении беременности или вообще малоэффективны. Однако, с другой стороны, я недостаточно осознавал всего этого, пока не погрузился в изучение этого вопроса. Тогда мне нужно было написать статью о регулировании рождаемости. Оказывается, было и есть также немало достаточно консервативных евангельских христиан, которые предполагают значительно отличающийся подход к проблеме роста населения земного шара и тех мер по его контролированию. И, насколько я понял, я также упомянул это в моей библиографии, в некоторых сносках в начале главы о регулировании рождаемости, есть большой блок литературы, авторы которой утверждают, что все эти крики и вопли о быстром росте населения и истощении природных ресурсов – это просто способ испугать нас. И это делается для того, чтобы мы делали то, что нужно определенным политическим группам. Этот блок литературы утверждает, что факт в том, что Земля является фантастическим источником природных богатств, и эти богатства не истощатся, все новые и новые месторождения постоянно находят, и Писание говорит, чтобы мы плодились, размножались и наполняли Землю. А посему применение регулирования рождаемости – это ошибка. И Писание, Псалме 126, стих 3, говорит, что дети – это благословение, награда от Господа. И также в Писании говорится, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Вот такой подход нужно нам иметь, советуют они. А все эти разговоры об истощении природных ресурсов – это всего лишь тактика запугивания.
Я не собираюсь сегодня углубляться в эту тему. Я только кратко представил эти точки зрения, чтобы вы знали, что вполне возможно, что в ваших церквах будут приверженцы таких точек зрения. За время преподавания в Тринити мы встречали приверженцев таких убеждений. Фактически здесь обучался один пастор, который считал, что он и его жена не будут применять никаких средств регулирования рождаемости, и, я думаю, они так считали по некоторым из вышеперечисленных причин. Когда этот пастор начал учебу здесь, у них было 4 или 5 детей, а когда они закончили учебу, у них уже было 9 или 10, хотя и не так много лет они были здесь. Так что есть такая линия убеждений, и если вы начнете говорить об этой теме с некоторыми из таких людей, то вы найдете, что это не просто одно из особенных мнений среди верующих. Вы поймете, что, по их мнению, есть определенная точка зрения, и что она подтверждается местами Священного Писания, и этой точке зрения противостоит популярное мнение среди других людей о том, что ресурсы Земли истощаются, и нужно ограничивать рождаемость, что, по их мнению, является небиблейской или даже антибиблейской позицией. Послушайте, если кто-либо из вас поддерживает такую позицию о том, что вся эта кампания об истощении природных ресурсов была сфабрикована в определенных целях, то я ни в коем случае не хочу никоим образом вас оскорбить. Я просто решил упомянуть о существовании такой позиции, чтобы сказать, что есть в церквах приверженцы такой точки зрения, и это ни в коем случае не означает, что такие люди плохие христиане, или что они не по-библейски мыслят. Нет, они стараются лучше исполнять Писание. Я думаю, что нам нужно понимать, что если мы не полностью согласны с их подходами, то, возможно, мы согласны с определенными позициями в том, что они говорят. Но мы собираемся говорить только об определенных темах в отношении регулирования рождаемости в этом классе. И потому я бы предпочел не углубляться в этом конкретном направлении, в эту дискуссию. Но, конечно же, если вы придерживаетесь мнения, что нет никакого кризиса в связи с демографическим взрывом и другими сторонами, сопровождающими эти взгляды, то вы, возможно, будете иметь тенденцию сказать, что никакие из мест Священного Писания, из тех, которые мы сейчас будем приводить, не будут библейски приемлемы по данной теме. Ну, хорошо. Обращаясь к обсуждению нравственности естественных и искусственных методов контрацепции, я собираюсь поговорить о двух основных линиях аргументации, которые исторически применялись по этой теме против регулирования рождаемости, против любого способа регулирования рождаемости на самом деле. Хотя, возможно, сторонники такого подхода допустят естественный метод, но наверняка никакие методы контрацепции не будут с их точек зрения нравственно приемлемы. И прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в свете того, что мы сказали об абортах, любая форма регулирования рождаемости, которая включает убийство оплодотворенной яйцеклетки, является морально неприемлемой. Я считаю, что если мы против абортов, то мы должны быть против этого также. Я думаю, если смерть яйцеклетки происходит в результате применения определенных форм регулирования рождаемости, таких, например, как те, которые препятствуют приживанию оплодотворенной клетки в матке, или таких, которые убивают оплодотворенную яйцеклетку, пока она еще не начала расти и развиваться, такие методы будут эквивалентны абортам. Фактически, они будут просто еще одними способами осуществления абортов. Если вы против абортов, то вы не будете поддерживать и эквивалентные им методы контрацепции. Что ж, как я уже сказал, есть две основных линии аргументации или два взгляда на эту тему. И первая из этих линий, одна из основных, или вообще главная экстрабиблейская линия аргументации, исходит от римских католиков. Эта линия обращается к этике естественного закона
и добавляет к ней свое развитие. Плюс здесь используются аристотелевские четыре типа причин или четыре типа начал. Аристотель верил, что о всем, что существует, мы можем говорить и думать с точки зрения четырех различных причин. И вот что они из себя представляют. Первое – это материальная причина. Если мы, например, будем говорить о материальной причине существования вот этой кафедры или этого подиума, то здесь надо будет объяснить и описать физические объекты, составляющие этот подиум. Нам нужно будет сказать, что здесь применены детали из дерева и детали из металла, а также другие детали и материалы здесь были использованы. Во-вторых, Аристотель говорит о формальной причине вещей. Опять же, обратимся к этому подиуму. Мы знаем определенные вещи и материалы, из которых этот подиум был сделан, и мы также знаем, что из этих же вещей и материалов можно сделать также и столы, и двери, и различные другие элементы мебелировки. Формальная причина указывает на конкретную форму, которой человек придает материи. И вот что случилось при изготовлении этого подиума. Мастер взял исходные материалы, дерево, металл и другие, и придал им форму и образ подиума в процессе изготовления этого изделия. Так что подиум – это не стол и не стул и не что-либо еще. И в-третьих, Аристотель говорит о необходимой, или порой говорят, достаточной причине вещей. И в процессе этого он имеет в виду процесс действия или личность. Это может быть как личностное, так и безличностное действие, которое производит существующую вещь. Так что в этой ситуации мы, возможно, скажем, что необходимой или достаточной причиной возникновения этого подиума является мастер, который его изготовил. Скорее, это больше, чем просто мастер, а скорее это мастер, делающий эту работу, изготавливающий этот предмет. Вот что является необходимой или достаточной причиной. Да, есть человек, который его сделал, возможно, он сделал и много других вещей, однако необходимой причиной появления именно этого подиума является этот конкретный мастер. И четвертый тип причины мы можем определить в отношении какой-либо вещи. Это то, что Аристотель называет конечной причиной или первопричиной. И здесь нам нужно помнить, что Аристотель использует греческие слова, означающие «конец». Цель – это «телос». Слово, которое часто переводится как «конечная цель» или как «первичная цель». И это здесь означает первичную причину вещи. Какова была цель при изготовлении этого подиума? И здесь мы можем говорить о причине, по которой мастер решил применить свои знания и усилия для того, чтобы преобразить исходные материалы, дерево, металл, в форму и образ подиума. И теперь, те из вас, кто против регулирования рождаемости и кто применяет этот аргумент, особенно заинтересован в применении здесь этики естественного закона плюс четырех аристотелевских причин. Вы помните, что этика естественного закона полностью основывается на разуме, в его применении естественного закона вокруг нас. То есть, глядя на окружающий нас мир, мы видим естественный закон в действии. Мы приходим к пониманию, что все должно вот именно так работать. И также мы понимаем, как все не должно быть. Таким образом, предположим, тема данного случая – это сексуальность человека, и, в частности, органы размножения человека. И нам не нужно обращаться к Писанию, чтобы определить причину и цель сексуальности человека. Это
становится ясно, стоит только посмотреть на окружающий нас мир. Ясно, что цель этого процесса есть размножение. Если хотите, производство следующего поколения людей. И если мир устроен таким образом, если все мы видим, что в этом цель взаимоотношения полов, творения, их сексуальности, в том числе и сексуальности человека, тогда становится безнравственным. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Делать что-либо, что будет препятствовать или мешать сексуальности творения Божьего и их органов размножения, делать то, для чего все это было создано. Отсюда следует, что если цель сексуальности — это размножение, то если что-то мешает или вообще запрещает, или как-то стоит на пути достижения этой цели, означает, что такие действия будут аморальными. По этой же причине, согласно этой теории, гомосексуальность аморальна. Должно быть ясно, в чем цель сексуальности человека. И ясно, что достижение этой цели невозможно при гомосексуальных или лесбийских взаимоотношениях. Значит, такие виды сексуальных взаимоотношений запрещаются. Таким же образом, контрацепция запрещается, а также аборты запрещаются, потому что, как вы видите, аборты стоят на пути процесса размножения и мешают исполнению Божьего поручения «плодитесь и размножайтесь». И при этом не нужно читать Писание об этом. Это просто очевидно при рассмотрении окружающей природы, и понятно, что это так. И теперь иногда люди спрашивают нас об этом, и когда мы говорим об этике естественного закона в первой части курса, то все мы можем сказать: «О, это очень хорошо». При этом даже не нужно убеждать неверующих людей воспринимать Библию как авторитетное Слово Божие. Мы просто используем здесь разум и логику, присущую большинству людей. Да, до определенной степени это видится хорошо. Но я бы сказал, будьте осторожны в применении аргументов естественного закона, потому что это может быть и обоюдоострый меч. И теперь позвольте мне сказать, почему это так, особенно в этом случае. Если единственно приемлемая причина применения сексуальности – это размножение человеческого рода, то почему природа также показывает нам, что, например, женщина, которая уже вышла из детородного возраста, все еще желает сексуальных взаимоотношений? Какая цель сексуальных взаимоотношений может быть в этом возрасте? Как при этом люди могут исполнять предполагаемую цель сексуальных взаимоотношений, если эту цель уже невозможно достичь? Подобным же образом, есть только определенный период в каждом месяце, когда женщина может забеременеть, если будет этот период иметь сексуальные отношения. Но это не означает, что только в эти 2, 3 или 5 дней женщина имеет желание заниматься сексуальными взаимоотношениями. К тому же, как часто мужчина может быть заинтересован в этом? Это еще один вопрос. Так что если мы будем основываться на том, как все устроено в окружающей природе, то мы можем представить не только аргументы против контролирования рождаемости, но и аргументы против этой линии аргументов, показав, что природа показывает нам, что есть периоды, есть дни, когда люди имеют желание и вступают в сексуальные взаимоотношения в то время, когда невозможно зачать ребенка. И это не означает, что вступающие в сексуальные взаимоотношения люди или животные в такие периоды поступают аморально и думают при этом только о своих сексуальных взаимоотношениях и удовольствиях. Все это наталкивает нас на мысль,
что могут быть и некоторые другие цели, для достижения которых сексуальные взаимоотношения были даны нам. Конечно же, размножение — это одна из таких целей. Но не обязательно это есть единственная цель. Итак, это был внебиблейский или экстрабиблейский аргумент, который встречается и применяется наиболее часто в дискуссиях с противниками регулирования рождаемости, по крайней мере, против позиции Римской католической церкви. А как насчет библейских аргументов? Здесь основной аргумент находится в ситуации с Онаном, и это записано в книге Бытие, 38 глава, стихи 8 и 10. Здесь говорится о случае, когда брат Онана женился и затем через какое-то время умер, и при этом он не оставил детей, не оставил своих наследников. И согласно закону, действовавшего в то время, ожидалось, что в такой ситуации брат умершего возьмет себе в жены вдову брата своего. И тогда родившиеся дети от этого брака, от такого брата, будут считаться наследниками умершего брата. И таким образом имя брата не исчезнет с лица земли, и род его будет восстановлен. И вот, когда это случается, и брат Онана умирает, Онан берет в жены вдову брата и исполняет, по крайней мере, начинает исполнять супружеский долг с бывшей женой брата. Но при этом он изливает семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. И за это, как написано в Библии, Бог умертвил его. И вот, как обычно, относятся к этому библейскому событию. Посмотрите, что здесь происходит. Они говорят: Онан занимается регулированием рождаемости, а Бог настолько не приемлет это, что убивает Онана за это. И это означает, говорят они, что любая форма регулирования рождаемости должна быть неприемлема. Теперь, если вы сложите эту линию аргументации с этикой естественного закона и с четырьмя аристотелевскими причинами вещей, это будет звучать как достаточно солидная аргументация, если вы так будете толковать 38 главу Бытия. Есть также и те, кто говорят: «Посмотрите на место Священного Писания в 38 главе Бытия». И это довольно ясно показывает цель сексуальных взаимоотношений. Мы уже говорили об этом, когда обращались к естественному закону и к Писанию. Вот к тому же и место, где Бог говорит Адаму и Еве, чтобы они плодились и размножались. Иногда также обращаются к описанию событий после Ноева потопа. Вы помните, что там написано: когда вода сошла, и Бог сказал Ною: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И вот что, эти послания рассматриваются не только как повеление Адаму и Еве, а также Ною и его жене, и всей их обширной семье, всем его сыновьям, чтобы они плодились и размножались. Но это рассматривается как повеление всем людям во все времена. И если вы практикуете контролирование рождаемости, то это будет означать, что вы не можете исполнить это библейское повеление, которое, как нам говорят, относится ко всем нам. И другой библейский аргумент основывается на 23 главе книги Второзакония, стих 1. Моисей там повелевает, что каждый, кто является евнухом, каждый, кто был кастрирован, не может войти в общество Господне. И мысль здесь озвучивается такая. Смотрите, кастрация – это форма контролирования рождаемости. Поэтому тот, кто был кастрирован, не приглашается к поклонению в обществе израильском. И это понимается, что все, кто практикует различные формы регулирования рождаемости, не должны допускаться к поклонению Богу в обществе верующих. Вот такие библейские аргументы проявляются и принимаются чаще всего
по теме регулирования рождаемости. Теперь, если говорить о случае с Ананом, я думаю, что более аккуратное отношение к этому месту Библии будет в том, что даже если Бог умертвил его, потому что он практиковал излияние семени на землю, то это еще не значит, что можно сказать, что если такое действие вызывает гнев Божий, то значит и все формы регулирования рождаемости должны вызывать такой же гнев Божий. Но в действительности, я думаю, что есть лучшее объяснение этого места Писания. Анан согрешил, но согрешил он не в области практикования регулирования рождаемости, а в том, что эта форма регулирования рождаемости означала для него. И, в общем, похоже, что он был совсем не против взять на себя роль мужа этой вдовы, которая досталась ему после смерти брата. По крайней мере, он не отказывался от личного удовольствия, которое ему эта роль доставляла. Но он не хотел взять на себя обязательство, которое прилагалось к этому. И поэтому Бог умертвил его не за то, что он практиковал регулирование рождаемости. Так что все формы регулирования рождаемости представляются теперь греховными. А за то, что он не исполнил библейское повеление, которое говорит, что если твой брат умер, то ты должен восстановить ему потомство, взяв его вдову. Он не сделал этого, потому что он в действительности не имел намерения выполнять то, что этот закон требовал от него. Ему не было дела до восстановления потомства его брата и связанных с этим имущественных прав. Он просто хотел получить личное удовольствие, и поэтому Бог погубил его. Мне кажется, что это более аккуратная оценка того, что там случилось. И если действительно это так, то, конечно же, это автоматически не дает и не делает недозволенными все другие формы контролирования рождаемости во всех и всяких других обстоятельствах. А что касается повеления плодиться и размножаться в первой главе Бытия и далее в отношении Ноя и его семьи, то, как и многие толкователи этого места Писания предполагают, здесь надо иметь в виду конкретные обстоятельства, в которых это было сказано. Это не было сказано всем нам, это было сказано Адаму и Еве и Ною. И это имеет здравый смысл. Когда Адам и Ева были единственными людьми на земле, или Ной и его семья были единственной выжившей группой людей, потому что все остальные погибли в потопе, то действительно здраво будет сказать им, чтобы они плодились и размножались, наполняя землю. Но где-нибудь еще в других обстоятельствах Бог говорит людям: плодитесь и размножайтесь. Теперь насчет 23 главы Второзакония. Конечно же, есть различия между кастрацией и другими формами регулирования рождаемости. Это ведь полная стерилизация, не так ли? И нам даже не говорится в 23 главе Второзакония, что было причиной отсутствия половых органов. Это был врожденный недостаток самого человека, или его подвергли этому насильно, или что-то еще. У нас есть так мало информации, чтобы взять такое место Писания и использовать его как свидетельство против любых форм регулирования рождаемости. Похоже, если бы мы поступили так, то в этом случае мы бы использовали Писание гораздо шире, чем было задумано в самом Писании.